Уважаемые члены делегации, позвольте мне от имени всех коллег, членов Совета Федерации, сердечно поприветствовать вас в Верхней Палате Парламента. Я знаю, насколько у вас, уважаемый Николай Иванович, напряженная программа. Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность приехать к нам в Совет Федерации. Вы уже не один раз, конечно, многократно бывали в России, но это ваш первый официальный визит как премьер-министра Армении. И он приурочен 30-летию установления дипломатических отношений. Знаю, что вчера у вас остались очень, очень серьезные, конструктивные, содержательные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Подписан солидный пакет документов, что свидетельствует о нашем взаимном стремлении России и Армении углублять и расширять наши многоплановые отношения, которые имеют союзнический характер и опираются на наши исторические, многолетние исторические связи. Еще раз хочу вас горячо поприветствовать, уважаемый Николай Иванович, и добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в Верхнюю Палату Парламента. Спасибо большое, уважаемая Валентина Ивановна. Действительно, очень приятно побывать в Совете Федерации Российской Федерации. Честно говоря, когда последний раз я посетил Совет Федерации, тогда был депутатом Национального собрания Республики Армения. И сейчас очень приятно посетить этот важный орган законодательной власти Российской Федерации в качестве премьер-министра Армении в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Россия и Армения являются стратегическими партнерами. И я думаю, что 30-летие – это очень хороший повод, чтобы проанализировать ту работу, которую мы проделали за это время. Конечно же, за это время произошли очень драматические события. Нужно проанализировать все и посмотреть, где мы добились тех результатов, которые хотели добиться, где не очень преуспели. На этом фоне планировать наши дальнейшие дела, наши совместные проекты и дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений. Спасибо.